Царю небесный, утешителю души истины, ниже везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди вселися в ны, и очисти мы от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Послание к евреям святого апостола Павла, 2 глава, 10 стих. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Толкование. Смотри, выражение «от которого» отнесено к Отцу. Если бы это было унизительно и приличествовало только сыну, но не прилагалось бы, оно не прилагалось бы Отцу. Пойми же, что означает выражение «от которого». Так как сказал «для» по-славянски «ради», «которого все», то чтобы кто-нибудь не подумал что-либо нелепое, именно что он нуждается во всем, ему предлог «для», мешайте, имеет такое значение, как, например, если скажем «ради», «ради по причине человека создана тварь», то апостол прибавил выражение «от которого», объясняя, что «для», «ради которого» нужно понимать так же, как «через него», то есть, что «от него произошло все». Поэтому, когда говорится «и о сыне, от которого», принимай это вместо «от него». Это имеет связь с предыдущим. «Славою и честью венчал». Смысл слов такой. Отец поступил достойно своего человеколюбия, что первородного из всех сынов, имеющих насладиться славой его, явил славнейшим из всех через страдания, чтобы показать и прочим, как должно приносить страдания. Вождя спасения, то есть виновника, смотри, какое различие между им и нами. Хотя и он сын, и мы сыны, но он спасает, а мы спасаемся. Мы соединяемся с ним и снова разделяемся. Приводящего многих сынов в славу, через это соединяемся. Вождя спасения их, через это разделяемся. Заметь, что страдания совершенство и средство ко спасению, что пострадавший за кого-нибудь не ему только приносит пользу, но и сам делается славнее и совершеннее. Под совершенством разумею здесь славу, которой он прославился, ее понимая в отношении к человечеству. Или что по природе он имел славу, только среди нас был бесславен, так как не был узнан. Когда же после креста узнан был и прославлен, то говорят, что воспринял славу, которую имел по природе, а не от нас получил. Святой Кирилл совершенством называет бессмертие, которого не доставало Христу по человечеству. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Вопрос. Слишком высоко. Да. Идем дальше. Потихонечку пойдем дальше, чтобы не упасть. Ибо освящающий и освящаемые все от единого,
Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря. Толкование. Вот опять показывает, что мы братья Христу и настолько почтены, ибо говорит освящающий, то есть Христос, и освящаемые, то есть мы, все от единого, то есть Отца. Но он подлинно истинный Сын и из самого существа Отца, а мы подлинно, а мы твари. Обрати также внимание и на превосходство и превосходство в выражениях. Он освящает, мы освящаемся. Отсюда и тождество, и превосходство. Смотри, здесь его превосходство, ибо выражение «не стыдиться» он показывает, что это не принадлежит природе, но стыдиться, что это не принадлежит природе, но нежной любви того, кто не стыдится. Хотя мы и от единого, но между нами большое различие, как между Творцом и тварями. Вопросы. А вот смотри, сотворенные, мы сотворенные, так? Поэтому мы твари. Животные тоже сотворены, они тоже твари. Вот такая полемика идет, я как-то слушала по этому, что от животных мы отличаемся только тем, что Господь нас наделил умом. Ну, разумом, вернее, разумом. И поэтому отличие. Но вначале были, вот люди, которые вначале первые были люди, они и показаны в разных фильмах, там фильмы всякие пролистнули, такие показали, что они вели себя вот даже за столом, никакого, допустим, вот они ели как бы как животные. Скоро, быстро наелись, и никаких этих. А у нас же потом вот, все вот это наросло, то, что вот это нельзя, так нельзя, там грязными руками нельзя. А тогда было как-то такое к этому, ну вообще, как, все это, история шла. И в результате это мы от них вроде в еде мало чем отличались, что мы ели так, ну как животное. Вот такое вот. Я стала как-то задумываться, что твари, ведь мы разные твари. Твари есть животные, твари есть и люди, твари тоже. Может, творение Божье. Подождите, сейчас. Вы вопрос-то в чем? Ну, у меня вопрос, вот, как бы. Чем мы отличаемся? Чем от животных? Отличаемся? Нет, ну, человеку тем, что Бог дал, сказал, вот они у тебя, и ты их нареки, дал им имена. То есть Господь возвысил людей над тварями, над животными. То есть они нам, у меня было такое вот это, если у меня понимание такое, что они все для людей были созданы, все твари, которые не человеки, но твари и те твари, и те твари. Имя им одно, творение Божие. Вот тех и тех сотворил Бог. Ну, одной твари высокое употребление, а другой низкое. Есть ангелы, покорим. Еще невидимые твари, люди. Вот. И коли одна тварь говорит, и владычествуйте над ними, то понятно, что уже, когда говорят, тех сотворил Бог и тех сотворил Бог, значит, они равны. То есть это зооцентризм, это ересь из ереси, которая. Вот. Люди-то когда-то тоже так же быстро ели, как животные, поэтому мы ничем от животных не отличаемся. Такой вывод можно сделать из ваших слов. Не такой вывод. А вывод то, что вот вначале люди были вот такого плана, что вот как животные, они и животных раздирали с такой же ненавистью, с такой как им разом. Сначала они не раздирали. Нет, я имею в виду, да блин, не про рай, что тут рай-то? Ну как в раю-то, там в раю они вдвоем были, когда уже. Здесь речь идет о том, что вот это все у человека это как бы творение раз Божие. У человека как-то вот есть первобытные вот такие вот, как сказать, страсти, вот дерутся там, воюют вечно. Вот все вот это в них кипит в человеческом этом вот таком состоянии. Естестве. И у животных такое же. Они тоже друг друга раздирают, друг друга пожирают. Там тоже вот. Вот такое вот у нас у всех, оказывается, такое вот.
И вот это Бог нас приводит к тому, что мы начинаем вот быть такими, вот, вот о животных заботимся, это очень хорошо. Так в первую очередь о людях, конечно, нужно заботиться. Потом уже животное, как бы Бог нам дал уже, и тут мы уже начали уже тоже изгибать все это. И вот я задумалась, что все-таки творение, оно подвержено многим таким вот падению. Вот духовности нет, они уже превращаются чуть ли не в зверей, мы люди. Может, изменениям подвержены. Страсти. Ну, Валентина, давайте. Даже у людей разная, вот ты говоришь, пищу там как едят, и то у разных национальностей, и то все по-разному. Правильно? Вот племени показывали в Австралии. Или в Австралии людей. Они до сих пор червей едят. Ну что ты хочешь сравниваться? Так есть и людей. Ну, есть развитые племена людей, например, европейные там и так далее. Есть еще неразвитые. Можно? Так, давайте я Библию тоже вспоминать. Да. Людмила Степановна говорила, три короба, сейчас будем там ковыряться. Вы там. Мы сейчас по-новому коробушку построим через Библию. Значит, Адам с Евой, вы признаете, что в раю было там нормально все. Никто там не пожирал никого, первобытного состояния не было. Правильно? Правильно. Хорошо, теперь выходим из рая. Из рая вышли, и они что сделали сразу? Убили. Кого убили? Родили. Они родили сначала, родили. Никого, никого не убил. Родили одного брата. Вот он растет, и чем он занимается? Один занимается землей. Подождите. Первый брат чем занимается? Каин. Старший брат чем занимается? Старший занимался. А? Охотник. Пускай она скажет. Она все знает. Давай. Почему я все знаю? Ну? Я просто говорю. Нет, говорите конкретно мне, я отвечаю. Первый брат Каин занимался он земледелием. Все, он занимался земледелием. Да. Вот сестра правильно сказала. Занимается себе мужик, здоровенный мужик, у него отец с мамой, он за ними тоже ухаживает, естественно, он их не бьет там. Ты отец там иди, раб мой, давай, я же первобытный, сильнее тебя. Ничего этого нету. Да, он их любит по-своему. Огороды садит. Простецкий мужик. Вы видели своего сына, как он занимается огородом на даче? Андрюша. Андрей. Здоровенный парнишка такой, со стороны посмотришь, такой здоровый, должен какой-то быть невоспитанный. Он такой культурный, такой интеллигентный парнишка, так разговаривает хорошо. Неверующий, в Бога не верит. Должен мать бить поедом и жрать. Почему? Потому что она верующая. Нет. Он отношения, он только ее видит, у него глаза меняются. Это я сам видел, потому что в этот раз долго с ним очень работал вместе. Он ее любит по-своему, ему жалко ее, что она вот неправильно понимает в Боге. Вот, вот больше он первобытный, чем Каин был, понятно? Вот какие были люди. Теперь дальше. Авель чем занимается? Рвет овечек пополам, да? Он за ними ухаживает. Вы посмотрите первые фильмы вот есть там первые фильмы, еще Голливуд снимает. Авель и Каин. Как они друг к другу в гости ходят. Этот ему сделал такие вот тапочки с кожи. А тот ему носит плоды. Вот они, братья, они друг друга любят. Все. И вот тут-то дьявол действует. Не сразу он их сделал. У-у-у-у. Не было такого. Это Дарвин все придумал. Да и не Дарвин даже. А масоны. Дарвин сам такой был, первобытный. В одну точку только сидел, ее туставить и все. Закончил курсы какие-то там, несколькомесячные, естествознания, и больше ничего не было. Понимаете? Теперь дальше-то. Ну и дальше, смотрите, кто рождается после этого, как убийство произошло. Но убийство по зависти, не просто так. Жертву принесли Господу, значит, огонь-то был. Огонь у них был всегда. Одежда была всегда. Почему? На родителях уже была одежда кожаная. То есть они никакие не были вот эти, как говорят, динозавры там или там мамонты какие-то там придумывают все. Они там набрасывались и тут же их пожирали. А почему это мы видим? Где? Сив. Сив приносит жертву Богу, написано, и призывает имя Господа. Это там высококультурная нация была уже. Все, что можно было лучшего, осталось из рая у Адама. Он все это пытался вложить своих детей. А почему это видим? Да потому что мы сейчас стоим вот вечером и читаем шести псалмия. Это называется молится Адам перед вратами рая. Он раю мой, раю. То есть я вот вспоминаю это вот. И они же все это видели, дети. Они не могли быть вот этими, как вы говорите, пожрали там всех. Не могли. Я сейчас говорю, какие мы. Какие сейчас? Да. Какие мы сейчас? И сейчас мы не такие.
Сейчас не определишь, кто где он. Романа не смогли определить. Пожалуйста. Мы еретиков не отличим, куда их в ад или в рай. Поэтому мы говорим, все, весь суд Богу отдаем. Сестра, убойся вот этого выражения. Сейчас мы такие. Это все... Как сейчас уже, мы такие? Ничего не поймаем. Лжеучение. То есть, вот животные... Мы животных там не любим, мы животных там, мы хуже животных, мы твари, значит, мы звери. Ервольник говорит, вы звери, господа, это он говорит к тем, кто убивает животных. Живодер, это сейчас прозвище, человек, но всегда были живодерами. В советские времена были живодерами, животных убивали, коров, собак там стреляли, всегда. Сейчас развелись вот эти зоозащитники, которые защищают животных от убийства. А это убийство благословлено Богом. И они вот то тоже, это вот потомки вот этого Каина. Они проповедуют, что ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мясо, одежду, что Бог дал. Дал кожаную одежду. Нельзя, мы снимем, выйдем на Красную площадь и будем наготове трясти. И все пошло дальше, у них поехало такое же. Это благословлено Богом убийство, ты не докажешь. Где написано, что благословлено Богом убийство-то? Животных. Написано, что мы господствуем над ними. Ну, это и мы... есть благословение. Сереж. Господин, он может над своим рабом делать все, что хочешь. И сие будет вам в пищу. Это и есть благословение. Если что не запрещено, то что, закали и ешь. Это разве не благословение, когда было? Я, отродясь, ничего нечистого не ел. Закали и ешь. Но это совсем уже другое. Это про собак, это совсем другое, Сереж. Вот, да. Закали и ешь, но ты же не ешь собаку эту, не в этом же дело. Настанет голод и съем. Бог-то эту заповедь дал, когда растительность вся была потоплена, и тогда Господь, раньше этого не было. А к чему это приводится? Защитники жизни приводятся к человеконенавистничеству. Бог-то по любви к человеку дал. Ешьте животные, он человека любит. А сатана, он человека ненавистник, лжец, он обманул, говорит, не заколайте, нет, вы сами поверьте, но лучше последнюю. Сереж, это невежество просто человеческое, ну, все, больше ничего нету. Давай. Вот Людмила Степановна, то, что она говорила, люди что говорят о нас, о людях, что мы творение Божие, да, мы творение Божие, но нас же отличает от творения других созданий Божьих. В первую очередь мы созданы по образу и подобию Божьему. То есть ни одно творение не создано таким образом. Кроме разума, конечно, вот вы правильно сказали, разум. Но кроме этого же мы еще имеем образ и творение, вот, подобие Божие. Вот так это вот можно. Разум это туда и входит. Ну, разум входит, да, я согласен. Господь свободен, наверное, выбирает, и есть выбор у него, и у нас есть выбор. А у животных да. Нету выбора. Да. У них есть инстинкты, которые руководствуются, которыми они. Хотя иногда смотришь и думаешь, это, наверное, мало все-таки. Для животных еще этого мало, просто инстинкт. Ну да. И у животных нет бессмертной души, они бессловесные, то есть они на суде не могут дать ответ перед Богом, потому что они говорить не умеют. За свои поступки они как будут отвечать. И вот многие зоозащитники говорят, собака ни в чем не виновата, виноват человек, что он ее выбросил. Да, он поступил плохо. А дальше-то что? Все, а теперь их нельзя убивать, они... Эти собаки размножаются, ну, плодитесь и размножайтесь, Господь. Ну, он уже сказал людям, не собакам. Собаки размножаются, начинает эта тварь низшая восставать на тварь человека, которая создана по образу и подобию Божию. И человек убивает это животное. А другой человек говорит, ты не убивай, пусть лучше тебя собака убьет. И очень, ну, как бы, такой вот лжегуманизм такой вот. Конечно, хорошо быть таким мягким и пушистым. Я животных люблю, я никого не убиваю. Вот. Но когда говорят, вот почему, когда животные стая и человека убивают, тебе разве людей не жалко, детей, инвалидов, стариков, которые растерзаны? Они мучились перед смертью. Тебе их не жалко? А пусть не гуляют там, где не положено. Это территория собак. Видишь, какие ответы? Я не помню имя святого, даже тех святых есть, которые собаки лаяли вокруг селения, он потом вышел ночью, палкой всех перебил, чтобы не мешали спать ему. Это только то, что я вспоминаю из нашего святоотеческого предания, с этим связано. Перебил да. всех собак, которые мешали спать. Да. Как палкой, камнями, неизвестно. Один ослепил собак, я тоже знаю. И на Тихоновича помню. Тоже сейчас не помню. И
один молился, на святой Милете жития, молился перед идольским капищем. И идолы вышли и вошли в собак. Он собак похолотил святой. Когда я привожу в интернете вот за защитником вот это вот. О, а кто это? Кто их канонизировал? И у меня сразу раз, ну как бы, канонизация-то тоже, не судите преждевременно никак. Но вы-то преждевременно начинаете судить, вы уже осудили этот столетие, то есть вы его приговорили. То есть за каждую убитую собаку он должен мучиться в аду. Да нет такого нигде. Выдумки человеческие. Вымысл человеческий ненавижу, а закон твой люблю. А закон... Короче, это, можно я этот, хочу сделать вывод из всего этого, чтобы мы не возвращались? Короче, я так понял, что почему так долго ты муссируешь этот вопрос? Потому что, ну, ничего не двигается, говорю, госвены не там. Собаки-то бегают. Да. Нужно, в общем, разделить зерна от плевел. Ну, в чем смысл весь? То есть, можно ли нам, если животные нам мешают, нам их убрать? Вопрос однозначно Библия поставляет. Раз мы владыки, нам мешают они, мы можем их убрать. Без жестокости, безо всего, просто они мешают. Как мешают? Это другой разговор, как они мешают. И может быть их большое количество, как в Австралии. Развелось куча кроликов, начали сжирать там всю траву. Поголовно истреблять всех кроликов, пока там последнего никто-то не увидит. И истребили всех кроликов. Мясо там было хорошо, ну у них хорошо, их можно хоть есть. Все, платили за это деньги. Раз смотрят, кроликов нету. Ай-яй-яй, кроликов нету, теперь давайте размножать их. Вот сейчас размножают дальше. То есть у человека нету грани, понимаешь, в чем дело? Поэтому сейчас другой вопрос. Как этих собак уничтожить? Так, чтобы и волки были сыты, и зоофилы были довольны. Понимаешь? Никто этого не знает пока. И ты тоже пока не знаешь. У тебя только одно. Уничтожать. Все, ты свое мнение сказал, все, оставь его. Теперь дай государству разобраться. Все равно от тебя ничего не зависит уже. Я тебе говорю, напиши Путину, Медведеву, пускай они там стрелков выбирают или как, и начинают. Я запишу тебе. Вчера смотрели передачу, как самые эти массовые убийцы были животные. Там гепард в Африке убил 300 человек, в итоге тигриса, значит, 400 человек в Индии зарезала. Ее гнали, там все армии вызывали национальные, чтобы уничтожить ее. И почему так случается? Вспоминается, Библия это приводится, это местописание. Там прям написано конкретно, когда Самарию заселили, это язычники, аммонитяне. Появились там львы, начали их истреблять. И что решили сделать? Прислал туда священника, он пришел, там научил их людей, и львы вроде как пропали. Потому что там было проповедано Слово Божие. То есть этим язычникам нужно прислать было там священника в Индию, там в Африку. Священники бы их огласили бы, и даст Бог, эти все звери бы злые ушли. Ну еще можно вспомнить про этого медведицу, которая за порока Елисея порвала. Два медведица. Две медведицы порвали детишек там. 42. 42, да. То есть это наказание Бога людям за их вероотступничество. Да, да, эти да. Злые собаки, которые грызут людей, не просто так же хороших грызут, да, а только. Грызут людей-то явно, которые... Ну вот и защитники говорят, что собаки хорошие грызут плохих людей. Либо это бич Божий, как вот ты говоришь, либо... Двухлетний ребенок. Нет, это можно? Да. Смотря на сердце, короче, на мое, я хочу сказать, что последнее слово я сказал. Ты только еще там дополнил что-то. А я последнее сказал. Будем ждать теперь, когда это все закончится. Собак убивать можно, как убивать, никто не знает. Все. Поехали дальше. Можно я про это? Можно я расскажу, как убивать? Нет, про кроликов. Просто для информации. Кроликов не просто так перебили, а придумали вирус, геморрагическая болезнь. Вот. Этот вирус, он настолько остро, такой быстро заболевает кролики и прям целыми колониями вымирает. Вирус придумали, а антивирус не придумали. И теперь этот вирус, он везде распространился, и у нас в России. Бывает, люди кроликами занимаются, раз вымирают все кролики. А зайцы? Зайцы нет, они дикие. Нет, да? Да. Вот именно кролик. А то бывает иногда в тайге зайцев полно. Потом несколько лет вообще нету. Опять потом размножились, опять полно. Не знаю. Они уходят, наверное, в сытные места. Может их кто-то там. Никто не знает. А может и на них они этот вирус влияет. Потому что бешенство же на всех животных тоже. Интересно. Бешенство еще вот. Мы такая сидим, вот животных, мы тоже живем. Давай, Так, тихо, все.
Евреям 2.12. «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Толкование. «Приняв плоть, он принял и братство. Вместе с плотью пришло и братство. Но и тут опять превосходство. Возвещу, говорит, омраченным, неведущим, конечно. Этому подобно. Я открыл имя твое человеком». Евангелие от Иоанна 17.6. Там еще Евреям 12.13. «И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог». Я с большой буквы. Толкование. Через это также показывает, что Он, Христос, стал человеком и братом нашим. Ибо как каждый из людей, так и Он сам надеется на Него, то есть на Отца. То есть как человек Христос надеется на Отца и нам показывает, что мы должны надеяться на Бога, а не на свои собственные силы. Вместе с тем показывает нам, чтобы мы надеялись на одного Бога, так как и Он, Христос, сам, будучи Сыном, ни в чем не нуждаясь, однако говорит, что надеется на Отца. Некоторые истолковали так. Так как, говорят выше, он назвал Христа братом, а ниже отцом, то в середине показывает, что это наименование домостроительства последних времен. Предвечное же имя его Бог. Кто в собственном смысле надеется на другого, как не на Бога? Как бы так говорил, слыша, что он брат и отец, не подумайте, что он один из многих. Он, Бог, говорит на него, как свидетельствует Писание, нужно надеяться, так что здесь нет речи от лица Христа, но от пророка говорящего. Я, пророк, буду надеяться на самого Христа, как Бога. Но такое понимание несовершенно. Здесь называют Христа нашим отцом. Дал. Это означает благоволение Отца на то, чтобы Он воплотился. Если бы Он не благоволил воплотиться Сыну, то у Него не было бы и детей. Комментарий Игнатия Лапкина на слова «свидетельствует Писание». Верующий человек должен быть пропитан Словом Божьим. Это делает его недосягаемым для нечистых духов, смелым, отважным, непобедимым. И о чем бы мы ни говорили, мы должны искать подтверждение своим мыслям, соображениям, доводам в Библии и говорить так, как свидетельствует Писание. И когда нам что-то доказывают не по Библии, а этим более всего занимаются православные батюшки, привыкшие ораторствовать как профсоюзные деятели, мы должны с улыбкой пропеть эти бессмертные слова. Псалом 118, 113. «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Так пропеть должны мы в унисон, если, да? Ну и пора я говорить отношения к Игнатию священника. Вот совсем другое, если бы он их не трогал. Немало не сомневаемся. Каста. Идем дальше. Евреям 2.14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Толкование. «Итак, да устыдятся те, которые говорят, что он пришел призрачно и привидение. Ибо апостол не сказал только, что он приобщился плоти и крови, как дети, то есть остальные люди. Хотя если бы он и так сказал, довольно было бы для утверждения, что он воплотился истинно, но и присовокупил так же, чтобы утвердить без различия с нами и истинное воплощение. Приводит причину домостроительства.
чтобы, говорит, своей смертью, которую он воспринял, как очевидно, приобщившийся плоти и крови, уничтожить дьявола, который владеет смертью. Каким образом это грех? Так как он сделал, что люди грешат вследствие того первого непослушания, то он был виновником смерти и пользовался ею как каким-нибудь воином и сильным оружием против человеческой природы. Поэтому и Христос воспользовался против него тем же самым оружием. Поистине, дело великого могущества и мудрости умертвить врага тем же оружием, которым он умертвил многих. Некоторые поняли так: владеющего, говорят, грехом, то есть дьявола, так как грех составляет власть и силу смерти. Вопрос. То есть сейчас у дьявола оружие против человека. Дьявол, он человека ненавистник, вот, но он его не может убить просто так. То есть он его убивает, оружие у него грех. То есть если человек безгрешный, Христос, Бога-человек, и он его убивает, то вина теперь падает на дьявола. Правильно я понимаю, да? Когда тихо. Или Бог грешника убивает, или он дьявол эту черную работу поручил убивать людей за грех. Он у него как... Да. Да это тоже вопрос, я не знаю. Вот уже Метарста Феодоре написано, что когда он умирал, лежал уже, то явилась смерть там прям. У нее были всякие пилы, мечи, копья. Она дала ей чашу испить, и она, ну, то есть смерть это был как бы падший дух, злой дух. Что именно злой дух отвечает за отделение души и тела. А в притче евангельской Христос, когда говорит про богача, что безумный, в эту же ночь, говорит, возьму душу твою, то есть ангелы. Толкование сказано, имеется в виду, что ангелы, как бы божьи ангелы примут душу, даже плохого человека. То есть непонятно, то ли злой дух отбирает душу, то ли светлый дух забирает душу человека. Ну, смотря, может быть, какая демоны темных их себе забирают, а светлых к себе, наверное. Ну, так как Феодора-то попала в рай-то, судя по житию, а пришел именно злой забирать ее. А вначале являются темные духи, а потом являются уже ангелы. А чашу именно испить, горькую смерть, дает именно? Ну, это откуда свидетельство, что вначале темные, а потом светлые? Ну, оттуда же. Из опыта. Я просто вот смотрю, вот эта мама уходила. Вначале такое беспокойство, вот это тревога. Мечется человек. А потом она говорила даже, она говорит, ой, какие мальчики красивые. Угу. Это она вслух говорила прямо. Умирающая. Я говорю, ой, сестра, да, мама. Я говорю, это сама, ой, мама, ангелы уже пришли за тобой, все. И такое уже спокойствие, все, вслух было сказано. Ну, вот, наверное, и разобрались, то есть, сначала те приходят, посмотрели, да, не наш, потом светлый приходит, да, это наш. Давай третейского судью спросим. Так, кто? На стенке у нас висит, вот, жизнь ленивого порочного человека, как он рождается, живет и кто забирает душу. И дальше. Жизнь трудолюбивого и честного человека. И сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17 картинок по разному положению. Это довольно широкий обзор. Да. Тут кто забирает? Там приходит ангел, а здесь... Черти. Демон тащит душу в ад. И вот он, мужик бедный, все пропивает, получки нету, аванса нету, в ипотеку залез и... И вот вся эта его работа-то какая? Он раб. И теперь от горя он, видишь, уже спился. А там у него все хорошо работает. Люди приходят, молятся. Ну, по-христиански. Вот это очень хорошее у нас фото повесил. Батюшка привез. Вопрос-то в чем? Кто убивает душу человека, Бог или дьявол? Вынимает, да. Вынимает. Божие. Дьявол. А светлые ангелы его потом подхватывают. Смотри, какая душа. То есть он как плоская, то и душа грешники. А человеке вообще? Ну, человек нельзя вообще говорить. Да, да, то есть, потому что есть лево и право вообще. Да, да, а вообще нету. Господь говорит, налево, направо. Нет, мне не надо лево, направо. Мне вообще. А этого нету.
Нет. То есть в зависимости от того, как человек жил, тогда... С кем он жил, тот и приходит за ним. Это мой раб. И поэтому, когда умирает человек, начинается спор здесь, куда вот образно показана картина такая. Я когда обратился, мне говорят, вот тут как видение, умирала одна, и она умирает, и, а недавно только покаялась, обратилась. А в это время приходит, одетый в черное одеяние, подрясник-то, и показывает, твои дела, танцплощадка твоя, танцульки твои, и по порядку все, ты моя. И вдруг комната сияла, входит другой в белом одеянии, подходит, руку вот так положил, и говорит, что тут просчитано, посчитай снова. Где-то смотрит, а там ничего нету. Кровь его смыла, все. Это образная картина. Я разговаривал с такими людьми, которые сами на себе это испытали. Я, говорит, пошла на танцплощадку, а уже было сказано не ходить. А я пошла, влюбила. И, говорит, гляжу, пара одна, ну прямо вливается в друг друга. До того они уже играют хорошо эту роль. И вдруг говорит, я стою, молитву творю. А вот начал расти, 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 там сосна среди сосен. Поднялся выше, дым пошел и... Пошел дальше. Вот это, не, это редко открывается глаза. Вот бывает человека домовой души, слышала? Вот у меня, у нас живет Володя Устинов, а у него отец Александр Иванович. Это герой веры, герой. Если ты хочешь знать героя, я тебе расскажу его биографию. Начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского. Всю войну на переднем. Вместе с ним из плена везде выходит. И далее Господь открывает. Когда он там это все был, уже многое-многое узнал, а потом Господь ему открывает, уже дома. Слышу, говорит, легли только спать, идет, босыми ногами шлепает по полу. Слышу, как дверь открылась, дверь на крючке, хлопнула, я только помолился, только лег. Подходит и вот так вот это одеяло, говорит, на меня, на грудь накинул, и вот так вот давит мне руками, а через дьявол. Ну, обычно-то женщина-то паниковать начинает. Он давит меня, а я лежу и думаю, ну, подави, подави, посмотрю, какая у тебя сила. А то я с тобой еще не боролся. Разговаривает-то. Он что-то там фыркнул его, бросил и пошел. Вот так. А то прямо говорит у себя дома, вот здесь я лежал, только лег. Ну, даже глаза не закрыла, слышу, думаю, кто же ребятишки, что ли, тут дверь не закрыли. Хлопает. А он подошел и... А кто такой этот домовой леший? Сегодня пишут, это, говорит, те, которые черти пали с неба-то, ну, или упали в огороде, там, бани, банник, а эти упали прямо среди людей, и они, говорит, живя с ними, пообмякли, говорит, книги сейчас выпускают, две книжки выпускают, и они вот, или бывает кикимора какая-то, она там придет, все, кикимора. Болотная, да. Понимаешь? Ну, давай. А я просто, я вот видела я. Сестра, когда моя перед смертью, я услышала, стучит что-то. Она лежит, то лежала в коме лежала. Под утро, часов, наверное, было где-то около пяти, слышу, как ногами застучала, лежала вообще, вначале там это металось, а потом все, затихло. Я думала, что она умерла, а потом как, давай она стучать ногами, стучит ногами. Я думаю, что это она? Смотрю на часы. 10 минут, 5, еще 15 минут, подхожу к ней, думаю, что это она такое делает? Лежит она, вот лежит, с закрытыми глазами. Лежит, главное, и стучит ногами. Потом перестала стучать, вытянулась, и глаза открыла, и смотрит в одну точку. И давай вот, ну, вот две ноги вместе, то в одну, то в другую, сосекла опять 15 минут. Думаю, что это с ней происходит? И вот так дошло до того, что она уже стала поворачивать, телом всем поворачивается. Я ничего не стонет, ничего. Глаза открытые и смотрит в одну точку, и так изучает, и вот так поднимает, как бы кого-то она видит, и кто-то что-то ей делает. Но она не стонет, не охает, вообще перестала кричать. Я подхожу, ничего не пойму. И она потом вот голову так наклонила, руки вот так подняла, обе и смотрит. А я подошла, говорю, Зина, ты что? Она, главное, раз мне руки, ее руки упали на мои руки, и вдруг она так, и голова так повернулась, и она как бы, я говорю, вот какая я дура, она пить хочет. Взяла святую воду, которую ее, ну, когда ее это только покрестили-то, она в кому ушла, и после кому вот, я ее воду-то, и она раз, и руки-то у нее обмякли, и мне на это...
Я говорю, я сразу, так это ж на отход души мне было овце читать, надо было в это время молитву. А я наблюдала, глаза выпучила. Схватила это самое, давай на отход души, когда она уже умерла-то. Представляете? И она вот у меня на глазах, то есть у нее вынималась душа. Она была вообще неверующая и уверовала перед крещением. Ой, после крещения. И ушла в кому сразу. И потом, и она без звука, без этого, и не больно. Все, повторение пошло. Тебя, кто такой Иван Петрович Павлов? Академик, ну, хирург. Тихо, тихо. Бойко, за подсказку. С мамкой придешь на занятие. Изучал поведение. Кто он такой, еще был? Предприниматель какой-то, коммерсант? Нет, конечно, ученый он был. Академик был. Изучал он... ну, животных, ну, все, как бы, инстинкты, повадки, я вот так думаю. Хирург. Ну, он изучал-то, для чего живут? Для того, чтобы оперировать там. Кого? Когда умирал, ему 86 лет было, он чувствовал, что это все. Он ученикам сказал, записывайте все, как все, все, что у него есть, как он на бок, как голова, как язык, все. А углов, вот ему сколько углову было? 103 года. И специально дали ему сделать операцию, чтобы книгу Гиннесса идти. Какая там операция? Бородавку срезал какой-нибудь на пятке или еще. И самый старый был хирург, он против алкоголя боролся-то. И вот он уже лежал и лежал, гантели ему меняли, наверное, то больше, меньше. И все до конца силился. Вот я думаю, если я заболею, я все равно ложиться не буду. Я все равно буду ходить помаленьку. А нет, брат, подрежет, подкосит и не поднимешься с места. И все записывает. А вы хотели, чтобы записывали? Я не знаю на этот вопрос. В общем, для себя можно это снять? Последний ролик на Володе запишем. Володя-то будет рядом. Сейчас Рикша записывает-то. Вот. Сейчас видели вот этот фильм? Я легенда. Кто видел фильм? Онлайн-стрим. Я видел. Ну, видели многие, значит. Как он заходит только и чит. Так, первое, тут крысы. Не влияет лекарство. Такая влияет. И все у него записывается где-то. Вот если так... Будет, чтобы все было записывалось. Ну, так это интересно. Потому что вот сегодня где наружное наблюдение, и совершенно необычно. Маленький ребенок играет, на велосипедике катается около дома-то, и вдруг показывает, бежит собака. Подхватила его собака-то и поволокла. И вдруг откуда, как выскочила кошка, как дала эту собаку. Собака, и поперла дальше. А тут мать выскочила, ребенка берет. Как бы не это... Кошка. Никто бы не знал. Так что показывает, как люди бьются, как умирают, они даже этого не знают. Конечно, интересно. Вот умер и улыбка на лице. А ты говоришь, это... Мы, говорит, работает в морге, говорит, мы, ну, определенная плата, там, 2000 рублей, мы сделаем любую улыбку, наведем. Они берут, там, формалин закачивают, они уже знают у них норматив, куда какой укол сделать, насколько от губы человек лежит. Все, нормально. Человек это нет, это труп. Да, труп, конечно. Труп. Человека это нету. Он страдал и морщился. Предсмертный час, когда глазами обоит, вдруг видит смерть. Видит родственников, которые умерли. Так говорят. Конечно, этот трудный момент. Вот когда умирал, это, Парфений, кажется, Боровский, и он, князь, пришел, и кто пришел, князь, а тот из подворотни выглядывает, кажется, этот служка, говорит, а он сказал никого не принимать. Ну, на моей земле ваш монастырь, то я как князю. Он сказал не принимать. А что случилось? Я не могу сказать. Только монахи могут знать. А он наказал умирать, чтобы ни одно мирское рядом не было. Он умирал. Сегодня, говорит, я иду на самый страшный подвиг. А там все не так, как здесь. Здесь благослови, а там... В другую сторону, может быть, поэтому ничего не знаю. Поэтому я, день сегодня для меня самый важный в жизни моей. Мы живем, и как будто бы никогда ничего не случится, а оно где-то рядом. Вот у меня сон один и тот же, часто повторяется. И с чего это, не знаю. Давай. Евреям 2.15. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Толкование. То есть, чтобы освободить людей, которые были рабами смерти, боялись ее и были повинны ей. То есть, содержались в рабстве у нее, так как она не была еще уничтожена.
Или что древние люди жили в постоянном страхе, всегда ожидая, что они умрут. И при таком страхе они не могли чувствовать никакого удовольствия. На это и намекает апостол, сказав, через всю жизнь. Итак, были повинны рабству, то есть всегда трепетали смерти, как рабы жестокого господина, не наслаждаясь ничем радостным. Отсюда пойми, что кто боится смерти, тот не свободен и раб всего. И это утешение для страдающих верующих, если ныне гонимые и заключаемые в узы приятнее и свободнее проводят жизнь, нежели древние, которые, казалось, роскошествовали, когда смерть имела силу. Те, потрясаемые страхом смерти, были рабами, а вы свободны от этого страха. Твоими устами да мед пить. Да, уж. Когда коснется... Нет, страшный день тот, страшный. И что страха никакого нет, это теоретически. Это высота. Это невозможно. Перед смертью самый сильный побежит на раздетый, написано. А когда вот ничего нет, вот картину показывает Иван Подобный. Вот. Кто такой Иван Подобный? Борец. Борец Силач. Что он делал? Штангу поднимал? Нету, боролся. 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 Боролся, а был тупой в усмерть. У него ничего не было, только поднимал. Какая-то маленькая девчонка, как роботистка-то. Влюбилась в него, но она против него, как вот, совсем никакая, махонькая. Кидаром она крутилась, вертелась, оборвалась и упала, убилась. Он смерть не представлял. Он теперь рехнулся, он ее на коленях держит, не дает хоронить. Ну, Настенька, ты же утром была, пошла, меня поцеловала. Настенька, начала, она мертвая. Он смерть вообще не воспринимает никак. И не могут у него отнять ее, похоронить надо, он ей не дает. Это все в фильме показано. А в Америке был, сказали, так, чемпион мира, там ему деньги огромные идут. Нашли два человека и говорят, тут могут украсть гостиницу, давайте положим на книжку. А потом поедешь и возьмешь. Давайте, никого не попросил с собой. Они написали, может получить только через 20 лет. Через 2,5 года. А? Через 2,5 года. Нет, 20. К примеру, там. И он ничего не может сделать, ему надо уезжать. И так и не отдали деньги, по сегодняшний день они там. И сколько они там сейчас уже, во сколько раз больше стали-то. А вернулся домой, жизнь какая, дальше на подачке. Ему поесть нечего было, как бомж, кто супом накормит. Совершенно ничего нету. А вот боролся, бился, поднимался, ну, как Валуев или сказать, Емельяненко. Ну ладно, этих депутатами избрали, там хоть деньги платят. Сидит там этот Валуев. В государственном высшем органе. Вот так он у него лоб вот такой вот маленький, а дальше вот так вот все скошено кверху, лба-то нету. А когда человек умный говорит, 7 пядей во лбу. Ну даже на поверишь, как смотришь. Ну ты видишь это. И он сидит, ну то есть для чего? Если кто-то начнет сильно буянить, выставить его, вот он может. Как и он с краешку сидит. Кличко, я сказал. Так там Жириновского хватает одного. Жириновский капитан. Пошли. Володя сейчас хотел сказать. Говорим. Да ладно уже. А кто ж моего брата разул-то так? Вот оно! Евангелие. Покажи. Да ладно. Ботинки Володина стоят тут. Святейшие. Новый Завет. Я бы вам загадал одну загадку, надо на неделю думать. Мне пришлось испытать, какое вот внутри чувство, когда ты хочешь отблагодарить. И вот я выставил в интернет, оно стояло у меня это на сайте. А теперь я попросил, чтобы выделили отдельно этот файл. И я увидел, что там есть. Поет, не поет, а стихотворение рассказывает дочь Ефая, заслуженный артист РСФСР, Овчинников Эдуард Дмитриевич. Потом он был директор тут театра. Ну, я решил отблагодарить, узнать, рассказать. Ну и прихожу, ищу такую организацию, у меня тут один брат наш возил, и туда приехали-то. И вдруг выходит мужчина, вот, я не могу сказать, как, например, вот такого вот роста, не то, не пузатый, ничего, просто
видно, что сильно-то. Улыбается, лицо такое открытое. А я вас знаю. Вот вы Лапкин. Не знаю откуда. Что дальше рассказывать, ну прямо не ошибешься. Молчать, кто догадывается о чем. Когда он стал говорить, оказалось, что мы в одну женщину вдвоем влюблены. Надежда Васильевна. Он по плоти, а я по духу. Вот теперь на всю неделю вам думать можете. Кто если знает, мне потихоньку на ухо скажет. Представь себе, никогда в жизни у меня не было такого. Ну, я что там, визитку дал, а он рассказывает все, и у меня внук был в вашем лагере, я знаю это, и все знает. И видно, очень расположен, хотя ни разу не встречался. И рассказывает, ну, он мало рассказывал о женщине, но что? Рассказал, что мы в одну женщину вдвоем были влюблены. Вот в жизни у меня один раз такое сказать, а это может повториться? Я говорю, нет. Вином Ньютона. Это не повторится никак. Неповторимый случай у меня этот был. И притом он влюблен по-настоящему, а я больше его еще влюблен был. Жены-то нет сегодня, я расхорохорился. Нету. Она посмотрит. Нету ее. Она там. Слушай, в коечке она лежит. О, так она ничего не слышит. Она не слышит. Так я сказал по-духовному. По-моему, так. А то у меня в этих книжках, в книжках в университете спрашивали, записка поступила, а вы... имеете любимщиков? Конечно. Любимщиков. Вот сегодня я там где-то читал, вот как раз тут много я еще не сказал про файл. Когда меня стали вот эти, сейчас Роман, до этого был Роман тоже здесь, Шимко. И они обвиняли Игнатий, это тоталитарное, там то другое, слушается. И тогда нужно в экспертизе было разъяснить. Эксперт назначен был, заслуженный деятель там, такой в энциклопедию занесен, там в экономике что-то такое. Торшин Виктор Яковлевич. И он объясняет, человек, когда имеет авторитет, это плохо или хорошо? Каким трудом авторитет-то приобретается? Да тем более, когда человека должности-то нету. А чтобы человек был лидером, я говорил, надо 6 качеств. И самое трудное, последнее. Вот он-то там выступает, Роман Малыш, и на меня. Да вы тут еще не сделаете, тот Игнатий сказал, вы делаете, а так бы вы молчали, вы еще не делаете. Он не понимает, что за этим. Что это самая высшая похвала. А тебя никто не уважал, и ни дома, нигде, ни жены, никого нету. Что тут непонятно. А здесь, где бы не был, уже это большое дело. Он же и обвил, что это сектантство, значит. Ну, какая разница? Это, до этого там Дудина разные выходили, то же самое. Это вот я сказал, то другое. А почему у вас этого нет? У нас дисциплина. Простое, оденьте мальчик, это, женщин, девушек вот таким образом. Вот она сидит. Оденьте, никогда не одеть. Ни старообрядца нигде нет. У тебя полголовы открыты не замужем. Я говорю, зачем вы провоцируете на грех? А как грех? Ну, у вас-то уж чересчур. Вот Варвара ходит, вот такая вот и платочка. Я говорю, а что такое повойник? Объясните. Нижний платок. А если нижний нет, значит есть и верхний. Теперь картину открываем кого? Сурикова. Боярни Морозова везут. Ну посмотри на изображение-то. А кто нарисовал эту? Знаешь, нет, кто Боярни Мороз нарисовал? Суриков. Суриков, в смысле. Понятно? Да, а сколько картин Репина и женщин показывает? Вот такое вот. Так она девочка. Женский пол. Ну девочка она, еще девочки, ладно, давай, девочка и дальше что? Если она это девочка, где жена да, это, покрывает голову, тогда где муж, через запятую написано, тогда муж это только мальчик. Так, он посыжает голову. И, ну а дальше-то что? Это не о нем говорится, только о взрослом, поэтому мальчик может стоять в шапке. Абракадабра. Логично? Конечно. Если девочка маленькая... Ни при чем, она без платка может. Тогда баптистки приехали, я сказал, почему без платка-то? Потеряйте-то где-то. А до какого возраста? Все, язык через плечо. А если ее одели, вот такая она Варвара одета, не надо, вопросы все отпадают. Она уже женщина. Женское поло, Ева, она уже никуда не идет. А теперь, я не знаю, значит, уже первый вопрос не отвечаете. Дальше, она... Пол головы открывает. Ей 18, 20, 30. Ее никто не взял. Или она не вышла. Она женщина или нет? Не знает. Ну, девушка. Ну, ей 68 лет. Кто она? Старая дева. Так дева или нет дева? Так ей надо покрывать. С какого момента платком начинает маневрировать-то? А у нас не надо. Мы надели ее так. Все. Понятно? То есть мы обезопасены. Мы... Вникли в это, не знаю где. Да, Боже Матерь, посмотри на хиджаб. Это настоящий хиджаб.
погляди. Платок вот этот у вас стоит. Мусульмане это все признают за хиджаб. У них, правда, здесь такая накидка, он тогда Ивана-то была, она вот сюда вот идет, как бы отсюда материя. Так грудь уже, а у нас вот это вот расходится, у них еще лучше. Поэтому вот я гляжу, у нас что принято, и он вот Роман бросает, он никогда нигде подобного нет. А почему он с вами такой был, а вот вас там нет, а теперь он так... Вы сами сказали, почему меня нет рядом? Я был рядом, сатана заблокирован был. Он ничего не мог сделать. Мы молились вместе. А меня там нет, он один, типа один полностью. Служба не идет, то сатана теперь его переделывает, все органы, все занимает собой. Печенки, вот когда считаешь наизнание беса, выйди из печени, выйди из почек. То есть он в органы все проникает. А здесь, ну, на Романа, малыша, ни одного слова нет. Что, сказали бы я, две руки, и все бы пальцы сделал вот такими большими, показал. Сколько он помогал. Как он расторог, но только звонок брякнем, готова машина, здесь стоит. Ну, когда мы бульдозеристы были, там пройти, ты не можешь на своей, она у тебя такая машина. На Матвею плохо было, он повез. Чай надо-то? Что, Люба Минаева отвез в больницу в Мамонтово. Роман, да. Недавно же. Ну вот, рядом не был. Я причину уже вижу, почему он не был. Рядом был, да у нас строгие разговоры были, но дальше не заходило. И дальше он тоже подходит, я сижу за кому подойдет и простите меня. Простите, он, а здесь никого нет, он батюшку всех дает. Вы зайдите в интернет, посмотрите. Я сейчас посмотрел, 1600 уже человек посмотрели ее. Что там, собрание было какое. И ничего нельзя сделать. Так и назвал, на помощь Роману, постом и молитвой. Вот так. Сегодня пришел положительный отзыв, что ты Василием занимаешься. Василием. Много... Вы, говорит, нападаете. Ну вы взяли его. Что, положительно для него что? Одетый. Чистый на тебе. Вымытый. По порядку дальше. Накормленный. Спать тебе есть где? У тебя не 16 градусов мороза здесь. Заулыбался. Остальное-то его, он знает. И поэтому ты у него находишься каждую минуту, как бы ему угодить. А тут он, ты собак дрессировал, ты за кого считаешь? Два раза старше, уважение перед старшими. Да на твое имя Саша-то нет, он размазал все. У него нет ничего. Он в каком возрасте, сам не знает, живет. Он застрял в возрасте 5 лет. Нет, так было. А для греха все двери были открыты. Мне вчера говорят, я не верю, ну так маленько верю, будто бы Сергей Павлович сумел его подтащить на исповедь. Так ли было? Серьезно? Ну это вообще, можно сказать, герой. Вась, это было? Поздравляю. Вчера? Спасибо, Христу. Слава Христу. Доволен. О, да ты у меня сейчас в молитве-то подвинулся сразу. Ну и батюшка-то не испугался тебя? Нет. Ну все. Сережа. Вот это да. Вот, я пожалуйста. Такая я подстригся. Ну вообще. Ну, Галя придет, она маленький волос у тебя, вот как у Володи сделает. Да не надо, я уже старый. А? Старый, под мальчика не хочу да, стричь. Ну, что старый? Сколько лет? 71. 71? Я маленько постарше, мне 78. Смотри. Волосы они у бабы растут. Волос говорит, длинный, да ум короткий. Так а у вас плешина? Ну вообще нет. Знаешь, есть поговорка, я говорю, умный волос покидает дурную голову. А дурной волос очень сильно растет. Поэтому вышаркала подушку. Я... 4:40 встали, я стою на молитве, Вася нету. Я говорю, Вася, где ты? Он не выходит из ванной. А он стоит такой перед зеркалом, вот так вот. Вот так вот все водой. Раз, пробуй. По-мусульмански. Я говорю, ты что делаешь? У тебя морщины есть? Я думаю, что у меня морщин не будет. Я говорю, уйди отсюда перед зеркалом. Молодец. И дальше учить его снимать. Расклеивать пошел на занятие. Васю собаки на лыжах катают. Ну, ты только не забывай подходить вместе с Михаилом Петровичем, когда все женщины пройдут. У вас особый статус. И когда кормят, за общий стол не садиться. Там только. А там накормят, там разницы нет. Чтобы мы ни в чем не были виновны. Я его этим не унижаю, это правило такое. Да, на меня можно не ссылаться. Я если больше поймаю. Года человек на исповеди не был, у нас он, это его дело, может переходить в статус оглашенных самостоятельно.
А эти, которые нападают, у них ничего и нет. Пошел. Евреям 2.15. Прочли уже. Прочли. Идем дальше. Евреям 2.16. Ибо не ангелов восприемлет он, с большой буквы, но восприемлет семя Авраамова. Толкование. То есть не с ангельской природой соединился Господь и не ее носил. Это показывает великую любовь Божию к человеческому роду. Чего, говорит, не даровал ангелов, то дал людям, чтобы от них воспринять плоть. Не сказал «принял», но восприемлет, чтобы показать, что он настиг нашу природу, бежавшую и далеко удалившуюся, и, настигнув, воспринял ее и облегся, соединив с собой и остановив ее, когда она бежала от него. Не сказал природу людей, но семя Авраамова, отчасти желая возвысить их и показать, что род их почтенен, и что они имеют в этом преимущество пред язычниками, так как от них Господь, ибо Павел всегда угождает им, в чем ни для кого нет вреда. Отчасти напоминает им обетование, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Бытие 13.15. Вопросы? Нужно? Так а вот сейчас Василий-то решил домой переехать, сейчас будет отъездка. Когда сейчас? Да. Ну никак. Мы договорились, не смей. Не сиди, пока не будет тепло, пока плюсовая не будет. Зачем это нужно? Ты не сказал? У тебя и дрова целые, и все. И помыться. Даже разговаривать. Да, я когда ехал, я тебе сразу сказал. Иначе бы зачем мы тут затевали? Послушайте его. Что? Он сам не то что хочет, а я когда... Вы когда его забирали, было условие, чтобы он меня слушался. Конечно. Он, так и, он говорит, да какой разговор? Так и сказал. А на деле, Вася, как получилось-то? Рассказывай. Ну, я маленько вставлять буду, комментирую. Ну. Может, он именно так и понимает, как слушаться-то. Я ну, из дома не убегаю. Питание. Так, ну, сядь прямо, чтобы... Да из-за питания всего. Еще не ладно. Не так. Могу перестроиться. Ну, он говорит, из-за питания все, не могу перестроиться. Вот когда брат пришел, я говорю, сколько ты времени тратил у тебя на питание? Ну, ролики были. 3 часа. 3 часа на завтрак, 3 часа на обед, 3 часа на ужин, вот день прошел. Да я один раз ел. Ну, один, ну я утрирую. Вот, 5 часа в туалете. Я вот не знал сегодня, вот Виктор Андреевич сказал, что у него аденома простаты видно, что он не может в туалет быстро ходить. Сидит по 5 часа там, я говорю, ну выходи, выходи. Я говорю, я не знаю, может он там засыпает, я же не знаю его. Я же не врач. Я его подгоняю, вот как вот вы нас подгоняли все время, это на благовестие это. Да. Ну, чтобы быстрее, быстрее. На время дорого. Нельзя сидеть. Вот. Вот. Вылезет геморрой. А у него вылез уже, он моется там все это. Все. Надо наоборот стараться. Ну я ему кашель солодкой вылечили, мы малину пили, над картошкой дышали, потом смотрю, у него отлегло, потом он перестал все. Вот. Потом мне надо, я тут 2-3 дня с ним сидел, нянчился, потом мне же работать надо. Я пошел на работу, написал ему 4 пункта. Вот это сделать. Приезжаю, все 4 пункта, ничего не делал. Че? Почему? Молчит. Я говорю, все, завтра же собираешь вещи и едешь домой. Согласен? Согласен. То есть ему и не надо ничего. Ленивый. Это Вася, ты держись, это Сергей. С тобой никто так не будет возиться. Я посмотрел, порадовался. Считаешь Евангелие. Он спрашивает тебя, как ты запомнил. Было? Ну, было. Ну да, ну, да заповеди спрашивает. Было. Было же это дело. Да. Ну дальше, почему ты должен жевать воду? Жевать воду. Я не слыхал. Ты говорил жевать воду? Да я мед и полощу. Ну, короче так, Сергей это все снимает. С медом полощу воду. Мне некоторые говорят сейчас, говорят, мы сейчас заходим только для того, чтобы посмотреть вот продолжение этой серии про Василия. Ты больше знаешь.
И смотрят, и отклики дают, и все. Вначале за тебя все заступались. Да это что за такое? Да его там, уж матерки не буду брать. Там примерно 100 человек только с матерками зашлись. А сейчас уже по-другому. Так он кто такой? Да гони его в шею, да его не исправишь. Понимаешь как? То есть мнение меняется. Так что гальба идет к Риму. Нерона убьют. Неронов тебя убьют. У меня есть один вопрос, который я сам не могу решить. Может, кто бы помог. Объяснение меня не касается. Кто считал хоть одно стихотворение Сумарокова? Ну, у вас же выставлен он здесь. Да, у меня есть. Но... Кто считал Михаила Васильевича Ломоносова? Я читал. И сравните со стихами Пушкина. А Пушкин говорит, старик Державин нас заметил и в гроб входя благословил. То есть рядом. Язык Пушкина абсолютно другой. Вообще язык русский. Пушкина – это язык Библии. Великорусский, он сохранился. Это был вот этот переходной момент, я никак не уловлю. Когда это так вот? Это же нельзя было искусственно сделать. Или народ на этом языке уже говорил, а в литературу не попадал. Или у них такое правило было говорить таким языком, который Сумароков говорил. Потому что язык Пушкина – это язык наш, сегодняшний. Прямо как будто так. Конечно, я знаю, что закрепила это Библия. Но до Библии еще 1876, а он-то 37-м убит был Пушкин-то. Значит, язык-то уже был, но вот это время-то как-то сохранялось, и тогда переводчики-то все пользовались уже этим языком. У меня вот этот момент, у евреев понятно, Бог. Они решили перевести, там что-то видишь, там им надо было, это еврей, что на что и как. Они сумели сделать вещь неслыханная, единственная в мире. Весь язык заменить. В государстве. Это не бумажку, это не книги заменить, не шторки на окнах. Ну, Жуковский в его время жил, тоже уже что-то похожее. Кто? Ну, Жуковский пишет. Вот вы дали мне стихи, я читаю. Жуковский-то он у гроба Пушкина был, Василий Андреевич. Да, ну вот он, его первые стихи, 11-й год. Первые стихи. Ну, там Башмачок и далее. Да, Башмачок это уже в конце жизни он писал, Башмачок. Свой. Я не знаю как. Ну, кстати, Игнатий Игнатьевич, вы почему? Пушкина известен, уже вы... рядом был, они вместе уже были. Да, и ну, у него уже первые у него стихи еще были непонятные там строфы. Да. Как... А потом дальше Башмачок, там однозначно уже на русском языке все написано. Ну даже поэты между ними, какие встречаются, у меня все в книгах есть. Но самый момент перехода, вот, ну никак. Не могу нигде достичь. Вот у Жуковского конкретно вы этот момент можете заметить. Что? Первые, до 19-го года. У него еще встречаются эти непонятные слова, вот, которыми разговаривает Сумароков. А после, ну, нормальный русский язык, как вот у Пушкина. Да, что интересно, тут момент такой. Или это такое указание было так писать на этом языке, какой есть. Вот Державин, Гавриил Романович, и пишет «Ода, Бог». Пишет да. Такое, и таким понятным языком, оно у меня здесь, в трехтомнике. А там в ссылке был Кюхельбекер, и он говорит, до полночи, да понимал ли Гавриил Романович, что он написал? Это непревзойденное. Бог сущий, единосущный. Это все взять и вложить в стихотворной форме. Вот у него это стихотворение уже от Пушкина не отличается. Все-таки, видимо, это был какой-то табель а по рангам. Вот это там дворяне разговаривают. Вот это так-то. А писать только вот таким языком, как они. Тут вас принял. Всего. Не принял, а вас принял. А чем они отличаются слова? Конечно, это все грамматика, но она тоже что-то несет в себе. Ну да, есть что такое. Это, скорее всего, так и было, наверное. Да. Знаете еще, что вот у меня мысль возникла? Они же в Царско-сельском лицее учились. И это у них первый выпуск был, да, у Пушкина. Да. И, возможно, в этот самый момент там что-то случилось. Да, вот где-то так. Вот из политических вопросов меня только один интересует, и не могу найти. Угу. 95 серий «День за днем война» в документальности идет, и это мне не дало ответ. Меня интересуют только внутренние переживания Адольфа Гитлера, Шикельгрубера. Когда он знал, все открыто, все падает, Европа под ногами. Первый тормоз, он остановился, это Сталинградская битва. Немцы говорят, да зачем он ему нужен был, это Сталинград, да, обошел его с той стороны, и везде, и уже давно бы Москва наша была. Он уперся в него, потому что это город Сталина. А там гнали и гнали дивизиями, гибли люди. Какой у него был момент, когда он понял, все проиграно.
Он ни с кем не советовался. Вот эта Юнга-то, его секретарь, она 20-е годы была с ним. Ага. Она, он предсмертная, она сидела, писала, щакала-то. Я говорю, ждала, ну, скажет покаяние. Покаяния нет. Он только вот Денис будет тут, Борман тут. Она, уже все кончено. А теперь он, может быть, из Уругвая, где там всю жизнь наблюдал, как что, что делать. Идеи его рухнули навсегда. Вот момент, когда он понял, что это не то, что христианство незаменимое. Христианские страны, какие бы ни были, они победили, это его там Ананербата, там все это, с Махатмами знался. Да, да. Что тот, кто вас сильнее этого, это тоже можно отнести к этому. Меня интересует момент внутреннего переживания, осознания переломного момента, когда он понял, что победа снова за Христом. Юлиан, когда откинулся, его неведомый всадник ударил вниз живота, он откинулся на руки, говорит, вот так взял кровь запекшуюся и бросил в небо. Ты победил, галилеянин. Он знал, с кем воевал. 361 год. Юлиан Отступник. Он решил все христианство повернуть к язычеству. Но уже не... Ты победил, галилеянин. Но у Гитлера я нигде не нашел этого. А зачем тебе надо? Не знаю. Меня просто интересует момент, когда сатана попятился. Но зачем Бог допускает? И вдруг я считаю, что когда Господь допускает это дело, он, а дай мне Еву, да за жизнь свой человек всего даст. Он говорит, бери, только души его не бери, а имение отними. И когда уж третий раз сатана не подошел, Златоуст говорит, через ребра, как через стропила, засияло солнце любви Ева. И сатана, закрыв лицо, убежал, не подошел даже. Вот как. Он требовал, дай. Я докажу, ангелы сказали, что Бог скажет? Бог говорит, возьми. Сатана говорит, и теперь я покажу, как можно на определенной стране построить рай на земле. Рай. С именем СССР. Сатанинское сборище сумасшедших рабов. И вот они теперь строят. Опять не получилось. Развалилось. Он видит щели, разваливается грязью, замазывает. Иеремия говорит. И когда кончилось, рухло, дьявол отошел. А ангелы рукоплещут. Снова ничего не получилось. И не получится. Ангелы рукоплещут. Зрители, как на трибунах сидят. Вот это выражение. Мне нужно, хотелось бы увидеть, когда у Гитлера все уже рушится, и когда он сказал, прости, и тогда бы ангелы за рукоплескали. Ну, получил. Тысячелетний рейх хотел. 13 лет, больше нету. 13. Когда батюшка сказал, сколько нас, посчитайте на собрании. 13. 13. Он говорит, чертова дюжина. Батюшка говорит, самое хорошее число для меня. Там боятся цифры. 13 вагон, 13 место, а я один сижу, никого нету. Тоже 13 сейчас нас. Зашел. Сейчас тоже 13 нас. Вчера Игнатий Тихонович. Нет, 13. 13. Да, посчитайте. Сейчас будет 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Один из вас предаст меня. А батюшка здесь? Нет. Нету. Слышь, говорит, один из вас предаст меня. Сидит там главный бухгалтер. Пьют, а у него вокруг головы ним. Я так вот. Огурец закусывает, а их 12 сидят. И один из вас предаст меня. Я уеду. Ну тогда АБХС было. Мама уезжает. Я уезжаю. Через неделю. Через неделю. Ну еще будешь же. Буду еще, на суток воскресенье буду. Да они вместе. Да ты поживи с нами. Валентина. Почему все? Ты нигде такого не увидишь. Андрей Крицкого считает на три ступени. Помилуй меня, Боже, на благодарность и слава тебе, Боже, слава тебе. Ты потом все этого нигде нет, это только у нас. На русском языке. Трехступенчатая. Вообще. Еще недельку задержишься, одну недельку только. Игнатий Ильич, ей мало будет один раз. Но все равно. Почему? Ты, память-то какая, она сколько я видела это. Ты понимаешь, это супер уникальное. За 1100 лет нигде такого не было. Ничего не меняли, только по ступеням возвели выше и выше. Вот эта мысль. Те же самые 205 событий, но словословие. Я помню первый раз, когда прошло у нас, так люди вернулись сюда и не хотят домой идти. Да, вначале. Надо это выставить. Дока выставлено? Ну давай, Василий, рассчитай, ладно. То... Что у нас? 16 минут. Осталось? Евреям 2.17. Пойду машину прогрею, ладно. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Толкование.
Раз, говорит, он благоволил принять нашу природу, то совершенно последовательно было ему во всем уподобиться нам, то есть родиться, воспитаться, возрасти, претерпеть все, что следовало, наконец, умереть. Это и значит уподобиться во всем. Для чего-нибудь другого, говорит, он принял нашу плоть. Не для чего-нибудь другого, говорит, он принял нашу плоть, как для того, чтобы через нее помиловать нас и восстановить глубоко падших. Каким образом, сделавшись нашим первосвященником и нося ту плоть, которую он воспринял от нас, вместо другой какой-либо жертвы, чтобы очистить нас от грехов и быть нашим посредником пред Богом. Ибо мы были во вражде с Ним, верным вместо истинным, который мог бы исполнить дело первосвященника, ибо это долг истинного первосвященника – освободить от грехов тех, коих он есть, первосвященник, или что он приятен Богу в своем посредничестве пред Ним. Показал, что значит верным пред Богом, то есть, чтобы очистить грехи народа. В этом великое доказательство его любви, что он сделал все, чтобы загладить грехи. Почему не сказал грехи вселенной, но народа? Потому что Господь прежде всего имел попечение об иудеях, ради которых Он и пришел преимущественно, чтобы когда они спасутся, через них спаслись и прочие, хотя и вышло наоборот. И ангел говорит к Иосифу: «Ибо Он спасет людей своих от грехов их». Матфея 1.21. Таким образом, показывает здесь благородство иудеев и какого попечения они были удостоены от Господа. Вопросы? Нету никого ничего. Евреям 2.18. Ибо как сам он, претерпев, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Подожди-ка, Сережа, разреши скажу. Понимаете, вот мы так привыкли. Христос пришел, Рождество, родился, умер, Дева Мария. Это потому что мы говорим, не задумываясь. Это такая тайна, которую ангелы, там, это не люди. И они желали приникнуть в это. Род спасен будет. Как? Бог прощать не может. Знаем, не может. Почему? Он не может прощать так. Грех обладает силой притяжения. Человеку не вырваться. Возмездие за грех, смерть – это абсолютно везде. Я делаю сравнение. Ну, представь себе, плод сорвать. Что там, меньше стало или что? Или на продажу он готовился, это дерево? Что там, уменьшилось-то? Ну, вкусило. Смерть проникла во все. Все, что окружает, все будет смертное. Из которой люди будут родиться, которых нет, у которых пра-пра-пра будет только считаться у нас Ева. И все смерть. И мы думаем, справедливо ли это. И дьявол это знал. Зачем ты раньше времени пришел? Какое время, он говорит, мы тоже не знаем. А хоть как-то был какой-то отголосок, не знает. Ангелы желают приникнуть, и демон не знал. Он говорит, как-то человек будет спасен. Думаю, демон, мы же с тобой рассуждали. Это же лично. У них имен нету. Это ник и аватары только. Это у демонов. И вот как это спасет? И что он во человечество, он не знал. Родиться младенец, это знал. Но где родиться? От кого? Он ничего не знал. Сатана-то. И вдруг он бежит в Египет. А где его искать? Ну где? В Израиле. Он рубит. Это сатана делает. Это через это. А его уже там нету. Он все время опаздывает. Дьявол опаздывает. И вот он 40 дней его потом будет искушать. Если ты сын Божий. То есть он все еще сомневается. Но если ты
я не знаю, ты или тот, но если ты, то сделай так, я буду по признакам узнавать, что это ты. И Христос ни разу не пошел на поводу. Написано следующее место Писания. Все кончилось. Опять по-новому. Ну, он же будет власть иметь, конечно. А власть зиждется на чем? Чтобы добровольно пришли, надо какое-то чудо сотворить. Ага, чудо. А на чем? Есть хочет. Камни вот сие, камни, сделай хлебами. Да зачем ему камни? Да одного камушка хватило бы. То есть лишняя избыточная порча. И вдруг Господь говорит, не хлебом одним жив. Люди берут и печатают. А дальше запятая. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Этого нигде не считает. Я говорю, в трамвае ехал, большая там тарелка, колбаса, и подпись не хлебом, а единым человек жив. То есть и колбасой надо маленько поиграть. И он сатана не знал. Если ты сын Божий, а теперь покажи твою власть. Тебе нужно завоевывать. А только падши, всего лишь покажи. А он этого и добивался еще, чтобы ему поклонились все, он был на небе, сяду как Бог, в сонме богов, и теперь этого добивается здесь. Если ты сын Божий, так я тебе вот все царства мира. У него есть возможность показать, что земля круглая или плоская, я вот сразу его развернул. Удивительно. А мы так повторяем, не задумываясь. А можно ли это молиться и представлять? Святые запрещают это делать. Ты рехнешься, о чем думаешь. Только благодари Бога, Господи, и ты принял плоть от Преснодевы Марии и стал подобным нам, как человек. Маленькие детишки-то и стоят там школьники. Дядя Володя там или... Не дядя Володя, это батюшка, отец Владимир. Отец Владимир, а Христос такой же, как был и как мы, такой же маленький был. И он какать ходил. Ну, ребенок же не знает-то. И он возьми, да, ответ, так его сейчас как взялись, да вы что говорите, да... Монахи-то не верят, что он родился через нее. Только так, говорит, родись из боку. Ребра раздвинулись, он вышел. А как обычно женщина рождает там, где... Это не... Христу не так. А чего решили не так? Как клизму ставят? Это помазанник Божий. Клизму ставят. Ну, умрет тогда. А это... Сейчас его трепет. Я никогда не знал, что ролики мой отец Владимир смотрит. Я о нем упомянул в середине собрания, это все, пришел ответ от него. Ответ, только благодарности, там, его команда. И он говорит, вас знает, и уже следит за вами с 80-х годов, когда был семинаристом. А я как раз в тюрьме был. Я его пригласил на день деревни. Дальше договоримся. Во как! Вот он, если бы я промолчал, ничего не было. И очень благодарен. Главное для нас, что вы призвали людей на молитву. Молитесь. И об отце Глебе не забывайте. Меня спрашивают, ну вот вы об отце Глебе, я просто прикидываю так, Грозовском, молиться, педофил. Прокурор говорит, я бы запросил пожизненной или смертной казни для него. Значит, что-то там доказано, что и суд, и все. Хотя ничего не было, ничего не было, кто ж такой срок будет. Но я не знаю, все это можно сфабриковать. Тем более там деньги большие крутились для этих наркозависимых. Он туда вмешался в это еще. И они его прятали. А вы как думаете, все-таки виновен или не виновен? Не знаю. Признаки этого есть по решению прокуратуры, по его виду, вот как есть. То есть, ну, вполне можно поверить, но ничего не доказано. Это такой, там никто не снимал, никого не было. Молчали 2 года. Никто не забеременел, было ли, не было. Не знаю. Но молиться буду, как мне молиться. Господи, сделай как тебе угодно. И чтобы он это принял, как от Бога. Если мы столько людей молились, и обо мне-то тоже все молились. Но тут сравнивать не приходится. Мне была честь за мою статью. Против власти не побоялся, дед выступил. Знаешь, как смотрели? А тут все другое. Надо молиться только, молиться. Я не склоняюсь никуда, потому что не знаю. Отца Владимира, это все надуманное. Там Ириней Леонского, какой-то миссионерский отдел новосибирский, они на меня тоже клепали. Но... Все. Все? Никого нет. Кто самый младший из женщин?
Ну-ка. Я, наверное. Давай, становись. Из мужчин кто самый младший? Я, получается. Давай сюда, справа. Самый младший и самый... Из весах их. Я борода. У меня такие правила в лагере были, чтобы я для них как бы защита. Пойте. Достойно всякого истину, вложите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем. Молитесь, Иван. Боже всемогущий Создатель, мы предстали перед Твоим величием, Тварь перед Творцом. Мы желаем, Господи, чтобы Ты сам вел нас через ангелов-хранителей, через служителей Твоих до Царства Небесного, к этой чудной пристани. И прими нас туда навеки вечные. Мы просим о родных и близких, не познавших Тебя, Господи. Откройся им и коснись сердца Романа. Отгони его от духа лжи. Дай ему страх Твой, Святой, не дай погибнуть в этом ожесточении. Жалься над ним, Господи, и помилуй. И благослови священника Владимира и Глеба, и их дела устрой по воле Твоей, Святой. Мы не знаем, чего просить и как должно, но взываем Авва, Отче. Научи нас доверяться Тебе во всем. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечерней и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву, Господи, с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, молитву всех молящихся о нас во благо нам, Владыка неба и земли. Прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, болящих Сергея, Анастасию, Людмилу, Татьяну, их имена Ты знаешь. Помоги им перенести все и даруй здравие. Господи, прославься в жизни нашей. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Богу слава. Слава Богу. Закрывайте книги.